Если честно, я могу сказать, что я даже себя представить не могу в каком-либо другом клубе, кроме «Динамо Киев». Настолько уже как-то вот так вот укоренилось и, если можно так сказать, пропечаталось у меня в сердце динамовская эмблема. Мне всегда хотелось бы играть. Желание играть было выше достижения каких-либо результатов. Его слова были сказаны мне в матче со Спартой Прагой перед 11-метровыми ударами. Желание попасть на чемпионат мира. Вот это вот та цель, которая заставила меня идти вперед, превозмогая боль. Каждый день работал, тренировался. Это огромное желание помогло мне. И вот, возвращаясь 11-метровым ударом, когда в тот момент мне удалось отойти от переживаний, отойти от того эмоционального поля, уйти в сторону, сконцентрироваться непосредственно на удар. Я не пытался изменить ход событий, но я уже знал, как будет происходить. И я плыл по течению в данном случае, и все преграды, которые там возникали, как это все произойдет, куда будет лететь мяч, я знал все это. Я не мешал, я это уже знал, я это уже чувствовал. Вместе с Андреем Шевченко говорили о том, что нам нужно обязательно хорошо выступить на этом Евро. Это будет целью всего, можно сказать. Шла речь о чемпионстве, за которое мы боремся и понимаем прекрасно, что каждая игра для нас на вес. Каждая игра у нас кубка, финал кубка. Мы всегда будем бороться за первое место.
тренера «Динамо» за хвилину до перерви у матчі з Волинню вберіг його команду від втрати очок у чемпіонаті. Обстеження ж після матчу показало, за домашнім Євро один із найкращих воротарів України буде спостерігати з трибун. Знаете, я скажу только одно. Я был в футболке сборной Украины, когда мама была со мной. То есть я фактически был на футболе. Подсказывал, кричал, что-то. Тем более с трибуны много людей. Я думаю, что в команде всегда должны быть такие игроки, как Андрей Шевченко. Ну, между нами я могу открыть небольшой секрет. Я думаю, что карьеру в сборной закончил. Я разговаривал с Сашей, он принял такое решение. Я его поддержал. Это его решение, что я могу сделать. Ну, пришло время, видно, что сделать. Травмы замучили. И он, я думаю, нормально поговорили, я его понял. Ну, что тут сделаешь?